Привет, друзья! За всю свою 130-летнюю историю автомобильная промышленность не подвергалась такой революционным изменениям, как теперь. В условиях электрификации, автоматизации, сетевой технологии и мобильности на фоне конкуренции производители вынуждены внедрять новые технологии, развивать и улучшать комфортабельность автоматизируя управление автомобилем. Одной из таких систем – автоматическая парковка. Другое наименование – интеллектуальная система помощи при парковке. Еще одно название – парковочный автопилот. Эта система обеспечивает парковку автомобиля в автоматическом или автоматизированном режиме. Известными интеллектуальными системами помощи при парковке являются вот эти. Конструкция системы автоматической парковки включает ультразвуковые датчики, выключатель, электронный блок управления, а также исполнительные устройства системы автомобиля. Работу системы автоматической парковки условно можно разделить на два этапа. Первый этап – поиск подходящего места на парковке. И второй этап – собственно выполнение парковки без помощи водителя. Если в системе есть одновременно поиск парковки и выполнение парковки, такие системы сложны и имеют много недостатков. Например, пока система ищет подходящего места для парковки, вполне возможно, что вы окажетесь намного отдалённо от того места, где вы собираетесь припарковаться, например, для шопинга. Если верить отзывам, самые простые и надёжными системами автопарковщика оснащены машины Toyota Prius и машины Ford. Toyota имеет парковаться не только параллельно, но и любым другим способом. Кроме того, автопарковщик Prius'а очень прост в исполнении. После того, как он или вы находите подходящее место для парковки, вы просто нажимаете одну кнопку. Вот и все. Наиболее сложная система – Park Assist Ford. Она паркует вас на очень узком месте и при этом не заставит вас особо напрягаться. Управление простое, и Ford ставит свою систему почти на все свои новые автомобили, начиная с дешевого Focus. Также рекомендую познакомиться с системами помощи при парковке, которые продаются на Алиэкспрессе, и ссылку для покупки оставлю ниже в описании под этого видео. Правда, эти системы не такие продвинутые, но хороший помощник при парковке. Вот что я хотел сообщить вам по этой теме. Прошу подписаться на канал, нажать на колокольчик, и спасибо всем за внимание.